Первое, ко всему нужно подходить очень системно. Несистемный подход рано или поздно закончится, и закончится плачевно. Выстраивание системы – это необходимый элемент каждого успешного бизнеса. Второе – это твои партнеры, это твои люди, твои сотрудники. Без партнеров, которые в это верят, без сотрудников, которые идут с тобой и компетентно отвечают твоим задачам, никакой бизнес сделать невозможно. Задача руководителя – верно поставить задачу, верно настроить систему. Когда ты меняешь, как работает индустрия в целом, и решаешь проблему участников отрасли, твой проект обречен на успех. Бизнес это и ведение бизнеса, и предпринимательство – это жизненная позиция, это не один проект, это не несколько проектов, это так, как человек живет. Поэтому мой бизнес – это мое вдохновение.